Новый цех появился на пинском предприятии «Амкадор». Он расположился на 20 тысячах квадратных метрах. Такие объемы на закрытом акционерном обществе освоили за 3 года. Это часть плана по модернизации и техническому перевооружению. У нас на этих площадях освоено сборочное производство, линия порошковой окраски, то есть линия малярной окраски, и будет еще устанавливаться линия порошковой окраски. За это время, за эти годы у нас инвестировано в основные средства больше 330 миллиардов белорусских рублей. Это и закуплено современное оборудование. Сейчас на нашем заводе в настоящее время имеются все необходимые технологические переделы для выпуска качественной и высококонкурентной продукции. Продукция, которую произвели в Пинске, находит своих покупателей не только в Беларуси. Экспорт в Россию, Украину, Эстонию и Казахстан. Новинки машиностроения ценят за гарантию качества. Последний показатель достигнут, к слову, благодаря техническому перевооружению. Завод закупил новое оборудование ведущих мировых лидеров станкостроения. К примеру, высокотехничный сварочный комплекс – австрийский продукт. Переоснащение позволит увеличить в несколько раз производительность труда. Основным покупателем нашей техники является Российская Федерация. Сейчас мы вышли на рынки азиатские, на Казахстан, Туркмению, Узбекистан. В настоящее время подписывается договор с Республикой Бангладеш на поставку очень большого количества техники. Это и катков асфальтовых малых, и экскаватору погрузчику 732. Словом, все новинки, которые появляются на пинском заводе «Амкадор», ждут своей отправки к заказчикам. Спрос на них есть. Выпуском подобных моделей не занимается больше ни одно предприятие в стране. Похожая техника сходит с конвейеров мировых производителей, например, «Вольво». Правда, машины, получившие прописку на городском предприятии, обходятся заказчику несколько дешевле европейского аналога. Запущен производство сборочный конвейер, на котором будет собираться экскаваторы-погрузчики 732 серии и 702 на базе шасси трактора МТЗ-92П. Все, как говорится, сборка организована с учетом приближенности складов комплектации. То есть рядом с конвейером организован склад комплектации. Все транспортные потоки, они максимально приближены, то есть чтобы не терять время на доставку комплектации. «Амкадор» рассчитывает в будущем на получение заказов еще и из других стран. Планы и на продажу на экспорт.